В Донецке продолжает свою деятельность театральная лаборатория современной драматургии «Актер Холл». История создания этого театра началась задолго до официальной даты его основания. Сначала это была группа инициативных людей во главе с Анной Марусик, первой работой которых стал нашумевший в городе спектакль по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», основанный на одноименном фотопроекте. В результате работы над этим спектаклем было организовано клубное формирование «Театр Холл» при Донецком городском молодежном центре. Подготовка работы была очень длительная, несколько месяцев мы работали над вот этой постановкой. И когда мы ее наконец показали, собственно, цель, достигли своей цели, проснулись утром на следующий день и поняли, что уже по-другому как-то нельзя, уже все, уже нужно продолжать, нужно что-то делать. Несколько человек из того коллектива остались, и мы решили пробовать, собственно, дальше. И постепенно мы поняли, что это же уже театр, это уже полноценная театральная группа. Ну и, собственно, мы стали работать дальше. С 2015 года театр действует как малый драматический. В своем репертуаре он имеет множество спектаклей, показанных на лучших сценах Донецка. Сотрудничали с молодежной библиотекой, выступали еще на сцене филармонии, наших некоторых ДК в городе, и в больших сценах, и маленьких. Но мы всегда мечтали именно о своей камерной сцене, собственно, о таком зале, где вот будет немного людей, но будет теплая атмосфера. Наконец-то ты добралась до отчего дома и обрела, я не побоюсь этого слова, семью! Мы с некоторых пор начали чувствовать, что донецкому зрителю очень хочется чего-то веселого. Очень хочется комедий. Не хочется сильно в нашей тяжелой обстановке еще над чем-то серьезным думать, над чем-то сложным. Поэтому большинство наших сейчас постановок – это как раз комедии. В театре имеется собственная актерская школа-студия подготовки будущих артистов театра. И что самое интересное, здесь работают люди самых разных профессий. Состав коллектива нашего немножко меняется. И сейчас там, наверное, в районе 15 человек, да, у нас на данный момент. Ну, это люди от 18 и до 55, наверное. Вот такой возрастной разрыв. Очень интересные люди. Это все наши дончане, воспитанники нашей же актерской школы, которая у нас есть в театре. Дело в том, что никто из них не имеет до этого специального образования актерского или какого-то другого. Мы их обучаем, и, собственно, это выходцы из нашей же школы. Своих звезд мы себе растим сами. Повседневно я занимаюсь бухгалтерией, я веду предпринимателей, и как саморазвитие выбрала театр. Пришла я сюда в сентябре прошлого года, просто как студентка, и сейчас мне вот уже повезло, что меня взяли в основной состав. Я очень долгое время не знал об этом театре, а потом я вообще не смотрел в сферу актерства, учился в ДПИ на инженера, но как-то что-то переклинило, вот начал завидовать, скажем так, белой завистью тем людям, которые в экране, они живут другими жизнями. Мне вот всегда нравились другие миры, а внутренний мир человека – это тоже своеобразный другой мир. Сначала мне давали маленькие роли, потом посмотрели, что я могу что-то больше, дали чуть больше. Потом у меня возникали некоторые идеи в постановках. Я добавлял, таким образом я немножечко и уже начал щупать режиссерскую стезю. Постоянный зритель – это заслуга, это достижение, это большое достижение любого театра, если есть зрители, которые возвращаются не раз и интересуются, и следят за творчеством, это прекрасно. И у нас с удовольствием могу сказать, что тоже есть такие зрители. Мы работаем в Донецке 7 лет, но тем не менее еще далеко, конечно, не каждый в Донецке знает, что мы есть, что мы существуем. А хотелось бы, чтобы знали, потому что работаем, собственно, на зрителя, учитывая все пожелания, которые есть, собственно, у людей.